каждая премьера – это нервы, это надежды, это каждый раз ожидание чего-то феерического. Поэтому, конечно, волнительно, но почему-то я уверена, что все будет в порядке. Наверное, потому что сегодня, как ни странно, у нас премьера совпала со Всемирным днем радио. Это удивительно, и это не просто так. Это совпадение, вот оно очень значимое. Радио очень многое может, в том числе и соединять искусство, все искусства как-то вот в одном месте. Мне кажется, что наш фестиваль – это именно для того, чтобы люди могли познакомиться со всеми возможными видами искусства именно вот на одной сцене. В этом спектакле как раз очень много как трагической музыки, так и музыки феерически веселой. Поэтому там много эмоций. А там, где много эмоций, там, соответственно, и получаются вот на стыке, на грани вот этих эмоций получаются очень важные вещи, очень важный спектакль, который как раз может наиболее точно открыть переживания наших героев и вообще суть эпохи. Бывает, композитор забыт, потому что он плохой. Композитор. Ну, просто. А бывает такая сложная эпоха, мы вот сейчас говорили об эпохе с вами, затронули эту тему. Смотрите, 20 век – это постоянные катаклизмы. И даже самые лучшие просто было, ну, не до того тогда. Они терялись. Те люди, которые начали свою карьеру в тот момент, когда Первая мировая война, потом сразу революция, потом 30-е годы, потом сталинские репрессии. Вот, собственно, и причина, почему их не услышали. Просто тогда было не до того. А сейчас надо отдавать долги. И радио «Орфей» старается это делать.